24 сентября в 14:30 Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда должен был рассмотреть проект нового трудового кодекса. Заседание значилось в распорядке дня на сайте парламента, но потом его неожиданно отменили, возможно, из-за пикета профсоюзных активистов, которые объединились в гражданский фронт против узаконивания рабства. По мнению представителей профсоюзов, новый трудовой кодекс легализирует 10-часовой рабочий день, процедуру увольнения без согласия профсоюза, а наемный рабочий становится крепостным на предприятии. Заседание комитета не відбулось, але я думаю, воно відбудеться на наступному тижні. Я думаю, ми будемо далі проводити якісь акції протесту. Зокрема, плануємо проведення в неділю концерту «Рок за свободу, рок проти рабства». Законопроект уже прийнят в первом чтении, несмотря на шквал критики и протесты общественности. За него проголосовали 386 нардепов. Чтобы не допустить принятия трудового кодекса, во втором чтении профсоюзы решили провести акцию протеста. У входа в здание парламентских комитетов на улице Банковой активисты вымастили ступеньки листовками с правами наемных работников, которые, по их мнению, нарушаются в новом трудовом кодексе. Смогут ли народные депутаты переступить через права рабочих? Вот вопрос. Не зная об отмене заседания комитета, корреспондент дурдома отправился в приемную народного депутата от партии регионов Василия Хары. Василий Георгиевич возглавляет комитет по вопросам социальной политики и труда, а еще он соавтор нового трудового кодекса. В это время Василий Хара как раз покидал свой кабинет. Нам удалось его догнать и задать несколько вопросов. Доброго дня, Василий Григорович. Добрый день. А сегодня заседание комитета отменено? Да. А для какой причины? А кворума нет. Люди в командировках, поэтому нет. А можете прокомментировать? Там у нас акция протеста против проекта трудового кодекса. Акция протеста? И кто ж там? Там есть молодые люди. Молодые люди? Что это значит молодые люди? Там, если трудовой кодекс касается, прежде всего, наемных работников и... Все на профсоюз затрудняющиеся. Молодые люди то такие. Студентов купили, что ли? Вот они тут стоят, вы можете перед ними выступить. Людей, які обкрадали цю країну 15 років свободного дитинства. Ганьба! 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 Я читал ту листовочку, которую они предложили, там же нет серьезного разговора. Если есть претензии, есть определенная статья, есть определенный пункт, и надо по конкретному поводу, а не вот это. Это очередное шоу, просто смешное. Политикам ганьба, работникам права, политикам ганьба, работникам права, политикам ганьба.